Итак, здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим то, как можно сделать анимацию рта или анимацию речи в программе Stop Motion Studio Pro. Вот, допустим, мы делаем сначала настройки. Сделали настройки, ну, понятно, мы делаем какую-то анимацию. Анимацию мы сделаем такую довольно простенькую, то есть подъезжает автомобиль, вот мы делаем кадры, кадр за кадром. Кстати, обратите внимание вот это, на этот бегунок, да, чтобы видеть предыдущий кадр, то нужно вот таким образом установить. Вот, машина подъезжает, дальше мы сделаем, чтобы из машины вышел наш герой, вот, и он заговорит с нами, да, то есть, вот, вы знаете, да, что кадр за кадром мы, значит, делаем съемку. Я делаю съемку, нажимая на наушники, да, подключил наушники и нажимаю. Вот, появляется у нас герой. Так, поправим ему прическу. Появляется герой. Вот он. И мы нажимаем опять следующий кадр. 27. Далее он разворачивается. 28 кадр. Далее он берет руку, значит, поднимает и хватается за дверь. 29 кадр, да, получается у нас. Далее мы немножко дверь призакрываем, как бы. Дверь немножко призакрываем. Вот он как бы тоже держится за дверь, наш герой. И еще 31, ну, то есть еще один кадр делаем. Так, поправляем машину, да, чтобы она у нас не дергалась, да. Так, вот, 30 кадр. Я пользуюсь наушниками, так удобней, чтобы, значит, телефон, вот, закрыл дверь, чтобы телефон не дергался, да, вот, поэтому удобно наушниками. Так, закрыл, теперь он должен развернуться. Дальше 31 кадр мы сделали, 32, разворачивается наш герой к нам, опускает руку, вот, разворачивается к нам. Дальше мы наводим резкость, сейчас наведем резкость, тыкнув на лицо героя, пальчиком тыкнули, да, и вот дальше делаем кадры, уже 35, 36, и далее мы делаем кадры, да, просто нажимаем 41, 42, 43, 44, 47 кадров и так далее. То есть столько нам нужно, то есть он стоит и должен говорить. Дальше нажимаем на эту стрелочку и вот смотрим, что у нас получилось, какие кадры, да, отснятые. Ну, можем посмотреть с самого начала нашу анимацию. Нажимаем на play и смотрим. Подъезжает автомобиль, открывается дверь, выходит наш герой, вот он и готов говорить. И вот несколько кадров, посмотрим, с какого момента он заговорит. Ну, выбираем 37 кадр, вот видно 37, нажимаем изменить, нажимаем на плюсик, вот этот плюсик, и выбираем лицо. Лицо нажали, вот оно появилось, лицо. Двумя пальцами зумируем, подгоняем под лицо нашего героя, нажимаем также здесь, это убираем прозрачность этого лица, и дальше мы изменить нажимаем, то есть изменить лицо. И смотрите, вот на этой вкладочке, где у нас глаза, мы нажимаем на пустой квадратик, да, убираем лицо, дальше убираем глаза, дальше у нас губы здесь вкладка, или рот, да, и выбираем рот, и нажимаем готово. Вот наш рот появился на... Дальше, следующий кадр, еще раз нажимаем, пропускаем один кадр, дальше добавляем еще одно лицо. То есть один кадр мы не трогали, да, то есть один изменили, потом следующий кадр не трогали, и уже следующий будем трогать, да, как бы изменять. Вот, лицо подогнали, теперь опять же, выбираем губы или рот, глаза убираем, вот, и готово, да, нажимаем готово. То есть вот таким образом мы изменяем просто анимацию лица. И дальше следующий кадр. И опять, то есть 40-й пропустили, да, не, без изменений. И 41-й сейчас изменяем. И вот таким образом мы делаем анимацию речи. То есть мы фактически меняем, ну, рот, как бы, да, нашего героя. То есть он что-то будет говорить. Опять убрали глаза.
И добавляем. Вот видите, вариантов много есть. Выбираем там. Ну, понятно, нужно подгонять под звуки, там, под отдельные буквы, как бы, да, которые произносит наш герой. Я лишь показываю как бы саму суть, чтобы вы поняли, как это можно делать. Вот, как можно делать, изменять анимацию речи или рта. У нас есть и для мужчин губы, как бы, да, и для женщин. Или рот. Разные позиции рта. Так, глаза убираем. Вот, и дальше мы продолжаем. Я уже немножко ускорил. Вот мы продолжаем добавлять разные варианты. Значит, рта. То он открытый, то больше открытый, то он в такой позиции, там в другой позиции и так далее. Вот, и смотрим, что получилось. Нажимаем play. Вот, автомобиль подъезжает, открывается дверь, выходит герой наш и начинает говорить. Вот, ну, немножко, может быть, нужно речь, конечно, записать, а потом под речь подгонять, значит, наш рот. Ну, я думаю, вы поняли, как делать анимацию речи, вот, в какой последовательности, поэтому успехов вам. Ставьте лайк, если понравилось видео, и подписывайтесь на канал. Всего доброго вам, увидимся в следующих видео.